А в Туапсинском районе планируют развивать агротуризм на базе ферм. Новое направление осваивают в фермерском хозяйстве Игоря Воронкова. Гостям здесь готовы предложить не только экскурсии, но и особое питание. Пришла идея, чтобы люди, которые приезжают сюда отдыхать, помимо свежего воздуха, хорошей родниковой воды, имели возможность еще и потреблять нормальную пищу, экологически чистую. Вот. Может быть, даже концепция отдыха в деревне у бабушки. Уже сегодня сюда приезжают туристы из других регионов. По мнению фермеров, такой вид отдыха будет востребован. Идею поддержали и власти района. Хозяйством помогают развиваться во всех направлениях. У нас в районе действует муниципальная ведомственная целевая программа, которая направлена на поддержку малых форм хозяйствования, фермеров. За 2015 год благодаря программе удалось добиться хороших результатов. Так, поголовье животных в районе увеличилось на треть, и на фермах стали производить на 30% больше мяса.